законы города. Да, да, да. В общем, пока вот ситуация. Рухнуло все. А когда рухнуло-то? Позавчера я был на работе. Угу. Вот, и хорошо, дома не было никого. То есть работа пришел, и у меня вот ванна завалена. Мы уже убрали, конечно, фотографии остались. Вот. Вы там оставили фотографии, нам скинули, да? Фотографии я сделал, у меня в этом самом телефоне. А вот. Вы не перекинули нам фотографии? Не, не перекинули. Вот. Ну и вот, смотрите, вот стена, то есть, вот это вот все. Это, значит, было это у нас сегодня, хочется, вот там, 16-го, 14-го, да? Да, 14 числа. Вы обнаружили, во сколько вечером пришли, во сколько? Я утром пришел с работы, утром. В начале 8-го. Угу. И у меня все завалено такими вот кусками, вот, ну, видите, ладно, штукатурка, а тут уже все, вот основание пошло. Угу. Так, дальше что было? А что было? Дальше тут все завалено было, ванна вот так завалена была, ну, сейчас я покажу. Угу. Вот, что было, все, а потом убирался стал. Угу. Я говорю, хорошо, не было. Я приехал в компанию в эту. Какую компанию? Сначала позвонил, Благосервис. Благосервис, это то управляющая компания? Это управляющая компания, то есть 5 лет. Мы, грубо говоря, с ней работаем, но движения от нее никакого нету. Uh-huh. То есть они просто тупо собирают с нас деньги. Uh-huh. Вот, я писал заявление, что предоставили. Вот, никто мне ничего не предоставил. Чтобы что предоставили? Ну, предоставили отчет вообще, куда вообще наши средства, как его? Куда наши средства вообще расходуются. То есть отчета никакого не было. Uh-huh. Вот. У соседки у моей то же самое, но у нее. Я-то только начал ремонт, поэтому у меня наглядно все это видно. Угу. Вот. А у соседки у нее отделано, но у нее видно, что там отходит плитка, там, в общем, по мелочи. Ну а чтобы вам было наглядно видно, пойдемте на улицу, я вам покажу все. Сейчас, минуточку. А вы обращались после этого бывало? Я сегодня приехал к ним, хотел полюбовно решить вопрос. Угу. То есть они передо мной даже не извинились. Угу. В плане того, что обращайся в суд. Угу. А где находится? А, находится оно на Шмидта. Шмидта 39. Это вот где бывший военторг на Коноплянниковой. Угу. Вот и за ним. Но это не внезапно же случилось, то есть уже трещины какие-то. То были, есть да? Это с начала июля соседка им неоднократно звонила. Я неоднократно звонил. Угу. А у них начальник участка женщина. Угу. Ну, то есть человек, который, я не знаю, как они набирают вообще специалистов, потому что она, ну, не в строительстве, не в сантехнике, она не разбирается ни в чем. Я не знаю, как. А вы звонили, вот что вы говорили, что у вас уже там? Я сказал, меня заливают, у меня вот, начало, потолок начал трескаться. Вот. Это первый раз я звонил. Потом второй раз звонил, я говорю, уже начинает что-то отходить. Я говорю, тут, ну, если реально посыпется, я говорю, хорошо, вот не было там ни детей, вот так вот, кто-то в ванной мылся бы. Я директору объясняю, я говорю, вот если бы ребенку в голову вот этот кусок попал бы, я говорю, было бы уже уголовное дело. Он говорит, ну да, подавайте в суд, все. Ну вот вы жаловали, что вас заливает, что начинает отходить, а как, что вам отвечают? Нам сказали, вот, будет вышка, вышка одна в городе, она коммерческая. То есть, ну, причем здесь вышка, если можно тех же альпинистов строительных нанять и все сделать. Uh-huh.